Сегодня в Панорама Лаунж проект «Новая мода» устраивает настоящий праздник красоты, юности и таланта. Мини-мисс Харькова. Интересно, ФК «Премьер» поддерживает практически все культурные мероприятия в нашем городе. И я так поняла, что проекты «Новая мода» не исключение. Исключение – это мы за здоровье, за красоту Харькова, за Харьков. Так, и за детей. И за детей, конечно, это наше будущее. Все правильно. Насколько понравился вам сегодняшний праздник, праздник детства, красоты и, наверное, все-таки таланта? Да, мне очень понравилось. Я бы хотел, чтобы это было региональным, областным, региональным и республиканским. Именно в Харькове, именно здесь, в Панораме. Что же привело настоящий дозор сегодня на детское мероприятие, на праздник красоты, молодости, наверное, и таланта? Что привело? Собственно, мы освещаем подобные мероприятия. Все культурные мероприятия города мы стараемся освещать. И нас пригласили быть информационными партнерами. И также пригласили поприсутствовать в рядах жюри. Знаете, очень-очень сложно оценивать. Безумно сложно. Потому что отделить вот этот детский образ от чего-то другого, да, от талантов, от их проявления, мне крайне было тяжело, честно вам скажу. Ну и даже прям вот с болью ставились оценки некоторые. Ну потому что объективно понимаешь, что ну, все-таки нужно оценивать по каким-то критериям, которые уже сложились в голове. Безусловно, хочется оценивать таланты. И я очень рада, что здесь очень много деток, которые действительно талантливы. И я надеюсь, у них все дальше получится. Предлагаем огромный ассортимент карнавальных костюмов. Это более 1000 костюмов для малышей, для детей среднего возраста, подростков. И очень большой ассортимент карнавальных костюмов для взрослых. Мы очень старались, очень долго готовились к празднику, к новогодним утренникам, к новогодним конкурсам детской красоты и таланта. И подготовили очень много дизайнерских костюмов, совершенно необычных костюмов со светящимися элементами. И очень старались, чтобы на сегодняшнем конкурсе маленькие принцессы были тоже необыкновенным. Для первого выхода мы предоставили коллекцию наших юбок-пачек. Это части, конечно, не целые карнавальные костюмы. Это элементы от других, от карнавальных костюмов. Там были юбки и от бабочек, юбки от елочек. В общем, мы постарались, чтобы они были яркими, веселыми и радостными. На самом деле очень великолепное мероприятие, все на очень высоком уровне.
Детки шикарные просто, и номера, и выходы у них. В общем, я очень довольна сегодняшним мероприятием. Ну, у нас с тобой, как и у членов жюри, уже профессиональных, можно сказать, уже не возникает никаких трудностей в оценивании наших конкурсантов. Вот сегодня сталкивалась ли ты с этой проблемой? Были такие, да, моменты, когда сложно все-таки сделать выбор, потому что все достойны победы, поэтому я думаю, что максимально постарались сделать то, что могли. Как вы думаете, сегодня среди наших конкурсанток, среди наших красавиц, будущие автоледи есть? Я вижу уже. 17-я участница, она просто импонирует мне. Да вы что? Да. Как вы думаете, на какой она машине будет ездить? Ну, BMW это как минимум. Мне хотелось бы сказать, что не всегда есть победители и нету побежденных. Плох тот, который сидит дома и ничего не делает. А эти девочки что-то делают, они участвуют, они стремятся к своей цели. И я хочу пожелать им, чтобы они всегда стремились к своей цели, к тому, что они назначили себе. Волшебную сказку рисует земля, усыпана снегом красиво светла. Снежинки летают и тают во тьме. И ночь наступает, как будто во сне. Окутан метелью весь город не спит. Он лишь в ожидании чуда молчит. Наряды веселья и радость в глазах. По ветру рассвея мне Настя и страх. Поздравляю и желаю счастья, мира и добра. Лилис, Харькова. Умничка, ты нам расскажи, что ты нам сегодня показывала? Индийский танец. А с кем ты его репетировала? Луизой. Да, мы года! So high where I need to come down for oxygen. Cause once we started, baby, ain't no end to stopping in. Cause I just wanna live my life and party. Меня зовут Катя, мне 5 лет, а фамилия моя Насонова. Умничка, а какое же у тебя звание сегодня? У тебя самая главная корона сегодня, правильно? Да. Ты стала гран-при мини-мисс Харькова, правильно? Да. Кто же тебе помогал сегодня готовиться? Кто с тобой пришел? Мама. С Новым годом всем, кто пришел сюда на конкурс. Думаю, что я выступила хорошо. Из-за этого я выиграла мини-ми зрительских симпатий. А какую песню ты сегодня пела? Хочу шалить. Hey, 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 hey. I'm a fly, fly just like a bird. But you are a bird. Oh, yeah, you're right. Мне помочь выиграть талант и хорошее настроение. Отлично. А что ты сегодня показывала нам? Я показывала вам восточный танец по названию Алана. Меня зовут Арчи Владислава, я получила титул «Золотой голос» и также мини-мисс Харькова 2012. То есть сразу два звания. И, наверное, это не просто так, все-таки ты, наверное, очень талантливая девочка. Как давно ты занимаешься вокалом? Вокалом занимаюсь очень давно, но в последнее время стала заниматься профессионально академическим вокалом. Ну, мне интересно все-таки, кто помогал с выбором песни, во-первых, действительно душевная, трогательная песня. Кто помогал ее репетировать, конечно же. И первый ли раз ты ее показываешь, что действительно ты ее прочувствовала? Да, я ее пою всего лишь первый раз. И с выбором мне никто не помогал, я ее решила петь сама и репетировала ее тоже сама, отрабатывала тоже сама. Мне помогали, конечно же, мои родители.
поддержка была сегодня в зале. А помогло мне выиграть, я думаю, это мой номер, с которым я выступала на талантах. Расскажи нам, что это за номер. Танго. Там я делала упражнения гимнастические с булавами и с лентой. Это был настоящий какой-то праздник красоты, таланта, творчества. Это, ну вот, из всех мероприятий, которые мы провели уже детские, это было самое приятное, самое яркое и, ну, на мой взгляд, самое шикарное. Ну, недовольна. Да ладно. Это итог был нашей работы за прошедший год. Я считаю, что все детки справились с задачей, все они молодцы, все они действительно достойны своих титулов. Мини-мисс Харькова, как бы, я считаю, выиграли все достойно, у каждого в своей номинации, да, и золотой голос, и талант года. Они все победители. Это девочки, в основном, которые прошли отборочный тур, которые проявили себя, которые доказали, что они действительно таланты. Я сегодня не видела ни одного плохого номера. Ну, я думаю, что вы в этом подтвердите и скажете, да, что тоже довольны. И, пользуясь случаем, хочу сообщить о том, что со следующего года мы начинаем работать на всю Украину. И мы будем проводить мини-мисс Украина по версии нового года. Я думаю, сначала с наступающими новогодними праздниками. Всех родителей, всех деток, всех друзей, всех партнеров, которые поддерживали наше мероприятие весь этот год. Всех-всех-всех, весь Харьков, в общем, всю Украину мы поздравляем с наступающими праздниками. И я желаю вам вот всю жизнь, каждый день, каждую секунду, чтобы была вот такая же красота, вот такое же очарование, как сегодня на нашем конкурсе. Вот что значит. Вот что значит Новый год. Да, вот что значит Новый год. Что такое Новый год? Что такое Новый год? Это праздник и приход. Ля-ля-ля-ля-ля. Это смех друзей веселый. Это пляски возле елок. Вот что значит Новый год. Вот что значит Новый год. Вот что значит Новый год.